Дорогие друзья, на наших глазах произошел очередной судебно-прокурорский произвол. В очередной раз осудили человека, который всего лишь сказал правду, выразил свою гражданскую позицию. 7 лет за критику преступников во власти. Осудили грубо и топорно, сфабриковав уголовное дело, совершив при этом кучу нарушений, не допросив всех свидетелей защиты, меня в том числе. Речь идет о человек-легенде, 7-кратном рекордсмене Книги рекордов Гиннесса, достижение которого за 30 лет никто не смог повторить на планете Земля. Это Марат Жламбаев. К тому же суд апелляционной инстанции провел процесс без участия самого Марата, оставив без изменений приговор суда, тем самым нарушив конституционное право Марата Жламбаева быть услышанным на суде. И самое главное, что Марат Жламбаев узнал об этом, что суд уже прошел, через 2 суток. Поэтому Марат, возмутившись этим фактом, в знак протеста объявил бессрочную голодовку. В связи с этим мы, соратники Марата Жламбаева, инициативная группа партии «Алга Казахстан», председателем которой является Марат Жламбаев, подали уведомление на проведение мирного митинга в 11 городах Казахстана в поддержку Марата Жламбаева. Также мы просим всех неравнодушных людей, кому не безразлична судьба Марата Жламбаева, а также наших сторонников, оказать нам финансовую поддержку, потому что мы должны обеспечить свободный доступ адвоката Марату Жламбаеву. Только став активными, мы можем добиться перемен. Активное гражданское общество – залог благополучия и процветания страны. Алга Казахстан. Мы подавали на мирный митинг, но акимат нам не дал разрешения. Такаев говорил, что для митинга достаточно только уведомления.